Замечательно. Просто замечательно. Нет, со мной, говорю, идешь не от меня, а со мной, ты не путай. Да-да-да, вот молодец, вот именно так. Вот именно так, именно, молодец. Нормально, еще один минус. Жесть, ребята, вы посмотрите, просто что я здесь вытворяю. Просто что, это капец. Это нахрен какой-то, какая-то жесть. Привет, всякие дамки у нас с вами на канале уже были, но вот такой сетап впервые. На этом крафте три миноукладчика дамка, каждый из них улучшен. Фиолетовая боеукладка, фиолетовый улучшенный инвиз, шкуродер, также с улучшениями, двигатель гепард, который ускоряет перезарядку инвиза, и собрано все это на Ермаке. Ирки Ермака, на всякий случай напоминаю, при получении повреждений увеличивает сопротивление бронемобиля урону на 10% на 7 секунд, эффект суммируется до 3 раз, задержка усиления эффекта составляет 0,4 секунды. При этом напарником у нас с вами выступает Гризли, у которого эффект на 4 секунды повышает сопротивление бронемобиля всем видам урона на 30%. И во всю эту броню запакован на 4549 единиц хп. Погнали в рандом, посмотрим, как такая штука там себя проявит. Для тех, кто с этой сборкой не знаком, суть проста. Ты едешь вперед в инвизе или без, захватываешь своего врага, и потом, просто захватив врага, ты его тащишь за собой и, соответственно, гадишь дамками, а он уже на этих дамках подрывается. В теории звучит неплохо, да? Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Вы идете со мной? Нет, вы со мной идете. Со мной, со мной, со мной. Замечательно, замечательно. Я, кажется, слишком быстро поехал. Дамки даже не успевали среагировать. Воу-воу-воу-воу. Так, теперь ты ко мне, да? Ну, давай. Давай-давай, заходи, заходи. Ну, заходи, что, не хочешь? Ну, смотри. Мог бы и зайти. Ой, привет. Так, у нас тут... разминирующую местность машина приехала. О, ни хрена, там все равно подорвал. Блин, здесь трупешник помешался. Так, еще подорвали, еще подорвали. Да, не самый удачный первый бой, однако я все равно неплохо тут дел наворотил. Как долго живет эта машина под всеми обстрелами, а? Прямо вообще капец. Смотри, охренеть, они меня долго убивали. Упорный, упорный. С таким результатом, да. Это что-то сильное. Так, ну на гасика-то таскать это будет так себе затея, а вон там ховер болтается, с ховером будет уже повеселей. Давай-ка мы сразу попробуем захватить этого комрада. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем со мной. Погоди, надо помедленнее. Оп. Оп, еще помедленнее, хорошо. Главное сохранять спокойствие, и все будет путем. Уходим. Уходим. Боже, это был просто прекрасный какой-то плазмоган. Смотри, я совершенно спокойно фейстанчу, не напрягаясь. Кстати, ты идешь со мной. Пойдем. Взял и просто этих штук обтефтелил нахрен. Давай, давай, давай. Все, замечательно. Еще один минус. Красота, у меня уже два фрага. Это жесть. Машину можно сделать даже еще помедленнее, но при этом еще более жирную. Так, ты идешь со мной. Эй, не попал. Не успел у меня по-нормальному отработать гарпун в этот момент. Так. Давай сделаем так. Я там мортире, правда, все перекрыл. А, ладно, замочили. Надо на этом крафте либо дамки улучшить на скорость реагирования, либо научиться ловить оптимальную скорость движения тогда, когда ты тащишь врага. Либо не заморачиваться с этим либо, а делать одновременно и то, и другое. То есть одно другому-то, в принципе, не мешает. О, хорош, этого подорвало. Так, минируем все и уходим. Кайфовая штука, дамки, блин. Ты можешь просто спокойно сваливать от кого-нибудь. И ничего тебе за это не будет. А он при этом еще и будет подрываться. Вот сейчас слишком близко ко мне гарпун, вот что плохо. Ладно, нормально. Это жесть. Просто захватил и протащил. Взял его и поволок. Так, я так понимаю, большая часть красных сидит там, на выходе. Сейчас я ворвусь во весь этот куретник. О, как вас тут. Раз, два, три. Замечательно. Просто замечательно. Ты идешь со мной? Нет. Нет, со мной, говорю, идешь. Не от меня, а со мной. Ты не путай. Да-да-да, вот молодец, вот именно так. Вот именно так, именно, молодец. Умница, просто умница. Вот только союзники мои дохнут так же радостно.
как и враги. Пока я их тут таскаю. Так, там мортира. Мортиру надо поймать. Мортира. Сегодня мы с тобой мортира. Эй! Ты можешь остановиться хотя бы на секунду? Так, хорошо. Мортиру, кстати, отмортирили. Это вообще замечательно. Нормально. Еще один минус. Хорошо. Уходим, 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 уходим. Сейчас мы эту штуку тараном возьмем. Блин, что-то пошло не так. Но все равно неплохо. Да иди сюда, ты. Это жесть. Ребята, вы посмотрите, просто что я здесь вытворяю. Просто что? Это капец. Это нахрен какой-то... Какая-то жесть. Ну что, куда ты пошел? Все, тебе тут не понравилось. Он пошел там на обдамке убиться. Молодец. Молодец, да. Что ты скажешь? Давай просто, да, убьем тебя об союзника и все. Давай. Ну, зачет. Это просто жесть. 2916 очков. Прекрасно. К успеху едешь, Франк. Как же бы там сложно. А проеду-ка я просто в наглую по мосту. На этом здоровом бронетанке. Сейчас главное, чтобы никакой союз сзади меня не выперся, пока я в инвизе еду. Не, вроде все стоят хорошо. Этот куда-то в землю стреляет. Ты что в землю стреляешь? Чего нервничаешь, стоишь? Поехали со мной. Поехали, поехали. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Хорошо, но недолго. Так. Хорошо, но не для меня, я понял. Гарпун мне уже отбили. Смотри, как хорошо в этот раз. Какой глазастый чел попался. И прям реально быстро так-то справился с гарпуном. Сам от него отмахался. Сам выжил, сам молодец. Я, пожалуй, отвалю отсюда. И у меня хп 1529. Вот так вот сейчас просто пара челиков за короткое время сделали со мной то, что не могла сделать вся тима врага за весь предыдущий бой. Как тебе такой поворот? Вот так вот. И так бывает. То есть бил такой... О, привет, это мой друг из прошлого боя. Пойдешь со мной еще раз? Сейчас меня там... Не, никто за мной не пошел. Ну ладно. Сейчас сам я еще на своих же дамках буду подрываться. Вот, да, вот оно. Сейчас надо его прижать вот так к стене. Блин, что-то пошло не так. Так, за мной там погоня. Да, за мной там погоня. Этому челику тоже тяжело. Смотри, это тебе, это подарок, чтобы ты не расстраивался. Блин, меня сейчас заберут все равно. Да ладно, забрали, не успел я. Какие контрастные бои, да? Какой предыдущий и какой этот. 475 очков, а это тут по команде. Замечательно. Здравствуй, Алик. Ты пойдешь со мной. Нет, со мной пойдет бот. Ну, бот, но не тот. Давай, едь уже. Да блин, тебя еще не перевернуть. Ай, ну тебя нахрен, валяйся, пойду в это мясо. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая здесь красота-то, а? Божечки, это просто прекрасно. Это прям подарок какой-то был, только я опять по врагу немного не попал. С гарпуном, конечно. Так, погоди, не надо. Не надо ничего делать с союзником. Вот, хорошо. Этого изловили. Прям под ним дамки рвутся. Боже, это замечательно. Это просто замечательно. Только все равно не шибко мне это помогло на самом деле. Вот, держи, 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 он твой. Блин! Ладно, он не твой. Я попытался помочь союзу, но что-то пошло не совсем так на самом деле. Все, этого на дамки загнали. Не. Минировать получается прям нормально, вообще все как надо. А вот с гарпуном... Как-то странно. Знаешь, наверное, что с толку сбивает? Отсутствие прицела самого гарпуна. Ты поворачиваешь, твой прицел вроде уже смотрит, а вот смотрит ли сам гарпун на врага, тебе надо отслеживать визуально. По модели этого гарпуна, соответственно. Вот к этому нужна привычка. Блин, это жесть. Ты просто берешь врага и тащишь его как эту самую. Ну, вы поняли, ладно. Че ты, куда ты? Туда теперь поехал? Ну, давай, мне хп еще хватит тут с тобой потанцевать. Так, сейчас я сделаю, наверное, вот так тебя сюда уроню.
Сейчас немного сам на дамках подорвусь, да, но это финальный, так что пофиг, победа. И 1610 очков. Дамки вредные такие, но улучшения. Я сейчас потратил еще 10 модулей этих дамок перед вот этим боем. Пытался улучшить их на 25% там скорость срабатывания. Вообще ни одного не выпало бонуса. Правда, у меня стабилизаторов нет на этой учетке, на этом пресеке, но, блин, это капец. Пытался на скорость реакции на врага, а все время выпадает задержка перед активацией, минус 9%. Тоже, в принципе, неплохо, но хочется скорость. Так, у врага есть Юн Ван, а ты идешь к нам. Че, не ожидал? Блин, он главное вроде как заехал, но союза, походу, дело подхватить не успели. Они вроде были тут, но нифига не тут. Я думал, сейчас его сюда затащу, его расстреляют по барику. Нет, что-то на мосту, где-то еще. Так, у меня там народ благополучно на данках дальше рвется, это хорошо. О, привет. Ты тоже хочешь с нами пойти, да? Пойдем. Вообще базара нет этого совершенно. Пойдем, пойдем, без проблем, без проблем. Я понимаю, да, что ты ради этого сюда приехал, вот. Чего ты хотел-то, вот и получил. А здесь-то, ёперный балет, что творится? Так расступитесь нахрен! Это все вам, это все вам, это все. Ой! А это все мне. Я понял. Тихо, уходим, уходим, уходим. Еще дамку, уходим. Смотри, я просто выжил в этом мясе. Еще одного забрал. Просто в наглую покатался, блин, пофейстанчил эту толпу. Да, у меня, конечно, очень мало хп осталось. Погоди, по тормозам. Думал, сейчас дам по тормозам, он врежется, а он нифига, объехать умудрился, засранец. А, на таком сетапе, да, сейчас разваливается рандом только в путь. С эгидой, кстати, тоже надо попробовать поиграть, в комментариях часто просили. Эгиды, эгида, точнее, и нимфхёги. Поиграем тоже, но чуть потом. Последнее время было столько видосов по дробовикам, что я уже смотреть на них не могу. Если бы забрали еще тех подраненных врагов из финала боя, конечно, результат был бы повыше, но так 1152. Тоже, в принципе, неплохо, с учетом того, что в одно жало въезжал в толпу в какой-то момент. Не, фана такой сетап доставляет, конечно, море, но при этом он и бабок стоит прилично так, с учетом того, сколько здесь улучшений, сколько здесь фиолетовых модулей, всего-всего-всего. Даже если не пытаться там гнаться за каким-то конкретным улучшением для конкретного модуля, а просто так, что вот апнул и забил, и поехал там с тем, что получилось. В следующем видосе мы с вами вернемся к теме OpenCase, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!